самом сердце столицы округа. Буквально через 2 месяца будет завершена реконструкция самого крупного спортивного объекта муниципалитета. Здесь снова закипит спортивная жизнь и развернутся футбольные баталии. Все работы на данном объекте ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт в Подмосковье». Буквально в конце ноября здесь закончатся работы. По графику все идет без срыва, без боя. Надеюсь, что мы в конце ноября перережем здесь ленточку вместе с нашими жителями и проведем товарищеский футбольный матч. Все на это нацелены, все рассчитывают провести такой праздник здесь, в Одинцово. На обновленном стадионе появятся дорожки для занятия легкой атлетикой и площадки для прыжков в длину. А со стороны торцов – огороженная территория для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Также будут установлены многофункциональные площадки и зона воркаута. Также здесь спланированы раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, всевозможные подсобные помещения. Все будет достойно, комфортно для футболистов, в нужном размере, в нужном формате, в стандарте. Поэтому действительно профессиональные матчи сможем проводить, и наша спортивная школа здесь будет проводить занятия уже с детьми, приглашать великих футболистов, тренеров, которые будут проводить и мастер-классы в том числе. Андрей Иванов внимательно осмотрел объект и даже поднялся на трибуны. В скором времени здесь могут разместиться до 2500 болельщиков. С высоты птичьего полета было хорошо видно будущее футбольное поле. Оно будет с искусственным покрытием и подогревом. Это позволит проводить на нем матчи круглый год. И это далеко не все изменения. На стадионе запланирована установка электронного табло, нового освещения и заградительной сетки. А для гостей будут обновлены проезды и тротуары и организованы парковочные места. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».